Достойному желтый дракон приносит победу, недостойному – смерть. Когда настало время трех царей, Поднебесную объял ужас и смятение. Тогда стали подозревать друг друга и умные, и глупые, высмеивать друг друга и лживые, и правдивые, и преступления стали тревожить людские сердца. Достойные скрылись под утесами великих гор, а цари дрожали от страха в храмах предков. Тогда в поисках знания ушел Янь-Юань высоко в горы. Вернувшись через 9 дней, он созвал трех царей и, держа в руках небольшую фигурку желтого дракона, сказал так: «Дракон не боится ни силков на земле, ни сетей в воде, ни стрел в небе. На сильных крыльях он взмывает к небесам. Да будет два государя словно два крыла, несущих дракона ввысь. Да будет третий государь головой дракона, зорко глядящий вперед и направляющий его полет к самому солнцу». Смута ушла из-под небесной, а Янь-Юань вернул желтого дракона настоятелю нашего монастыря. Сотни лет дракон приносил славу древним стенам, и все эти годы его пытались похитить. Во время последней войны 7 братьев погибли, пытаясь его спасти, но желтый дракон исчез. «Меня зовут Фэйлун, летающий дракон. С малых лет я мечтал найти желтого дракона и вернуть его в монастырь». «Не становись на пути у дракона, если этот путь не твой». «Прикинь, Ульян, ну а главное же нормально еду. 200, а там маленькая ямочка. Ну а мне зачем она? Не так Димыч недавно всю ходовую перетряхнул. Ну я беру левее. Мне как, занесло? Нормально утро началось, а? Ну и что мне теперь делать? А мельк твой чего? Да пошел он. А представляешь, как было бы здорово? Я такая беру трубку, а там мужской бархатный незнакомый голос. Это какое-то наваждение. Я целый день думаю только о вас. А я молчу. И когда он: Ян, у вас проблемы? А я опять молчу. И тогда он так вкрадчиво: а давайте их решу. Слушай, Ульяночка, дай, пожалуйста, машину погонять, а? Я буду аккуратной, а? Скажи, пусть поляк не волнуется. Уже поляк. Господин Ван Цао говорит, что его вина перед вами огромна. Но у нас есть хорошие новости, уважаемый поляк. Мы нашли его. Фэйлун дает себя за мастера кунг-фу и готовит вашу сборную по карате. Скажи про парней. Наши бойцы окажутся в Москве через 12 часов. Хорошо. Не могли бы вы послать за Фейсбук?